Сетевой маркетинг – это такой вид предпринимательской деятельности, который абсолютно не приносит денег и морального удовлетворения. Время и силы, вложенные в сотрудничество с MLM-компаниями, являются потраченными впустую. Людей, которые являются дистрибьюторами в MLM-компаниях, называют неприличным словом «сетевики». Если говорить откровенно, жизнь сетевика очень скучна, однообразна и весьма ограничена. Сетевик даже внешне выглядит так, что люди замечают его издалека и уже настораживаются. Постоянно хмурый и озабоченный вид. Никакого стиля, современности и опрятности. Все очень тускло, дешево и старомодно. Все окружающие с подозрением смотрят на людей, занимающихся сетевым маркетингом. Ведь уровень их материальной и духовной жизни очень и очень невысокий. Сетевики не могут позволить себе практически ничего из того, что может иметь даже среднестатистический человек. Испорченные отношения с родственниками, потеря близких друзей, насмешки знакомых – вот что преследует людей, которые решили посвятить себя сетевому маркетингу. И мне вас искренне жаль, если вы хотите заключить контракт с сетевой компанией. Вы просто обречены. Вы потеряете тысячи долларов. Нервные срывы, страдания, бедность и тихое одиночество – то, что вы получите в результате. Круг общения сетевика состоит из ненормальных, странных и слабо соображающих людей. Завести личную жизнь, будучи сетевиком, вообще практически невозможно. Ведь как только симпатичный вам человек узнает о вас всю правду, он тут же прекратит с вами общение и расскажет всем остальным, насколько вы его разочаровали и подвели. Сетевиков никто не любит. Они изгои общества. В любом деле, которое вы начинаете, всегда в первую очередь должна присутствовать перспектива стать успешным, довольным жизнью и счастливым человеком. Об этом в сетевом маркетинге можно сразу забыть. Никогда, повторяю, никогда не соглашайтесь стать дистрибьютором сетевой компании, если вы действительно и однозначно поверили в то, что сейчас услышали. Если же вы открыты грандиозным возможностям, новым делам, большому пути. Если вы готовы открывать и развивать в себе скрытые таланты. Если вы хотите стать финансово свободным и духовно развитым человеком, добро пожаловать в огромную индустрию успеха и процветания, которая называется сетевой маркетинг. Живите по максимуму. Старайтесь выжать максимум пользы из каждого мгновения.